Ну что, всем привет. Привет-привет. Я приехал на тренировку. Сегодня тренировка. Все по расписанию. Записан на 11 утра. Сейчас нельзя без записи посещать спортзал. Вот записался на 11. Мой рюкзак. Вчера была разборка у меня по поводу того, что чувак говорил, что я бью его машину. Так, ну так вот, в общем, короче, встретились мы с этим чуваком. Там действительно, блядь, не то что 5, там их 25 царапин, но они такие, незначительные, то есть их можно убрать шлифовкой, поэтому я надеюсь, что он их уберет шлифовкой. Поэтому договорились, что очень хороший, спокойный, тихий паренек. Вот, а я ему грубик так хамил. Блядь, там реально, я подогнал свою машину, там просто мои, блядь, следы от моей тачки. Блядь, как так, я вообще не понял. В общем, в итоге мы с ним договорились, что он сходит на... Так, что мне нужно? Мне нужно купить воды сходить. Для тренировки. Мы договорились, что он отшлифует ее, и мне пришлет чек. Ну, там в районе, он говорит, 1500-2000. Это не те деньги, чтобы ругаться с соседями. Поэтому так, сейчас, значит, надо купить воды. И на тренировку. Сегодня спина. Сейчас я воду куплю, и мы с вами снова встретимся. Сейчас. Купил воду. Слушайте, какой крутой моноход все-таки. Очень крутой. Вот с этим пультиком, который крепится к ручке. Проебать тяжело, но возможно. Очень возможно. Я бы даже сказал, что в моем случае это, блядь, очень реально. На улице просто шикардосно. Так выглядит здание. Я даже сделаю нормально вход, чтобы мы не через пожарный, блядь, проходили. Перед тренировкой 5 минут. Я уже бегу 4:57. Больше 5 минут не нужно, чтобы вы не устали. Ах, господи. Ну что, все, мне 5:11. Упражнение.
полторы минуты отдыхаем. Вот я ставлю такой таймер. В зале вообще никого нет. Два человека. Никто не хочет заниматься спортом. В общем, это упражнение мы делаем. Один разминочный и три рабочих по 15 раз. Отдыхаем полторы минутки. Старайтесь больше не отдыхать, потому что это будет, ну, нет смысла тогда с этой историей. Полторы минуты более чем достаточно. Когда ноги делаете, крупные мышцы, большие группы мышц, там можно и это побольше отдыхать. Сейчас на 50 секунд. Видите, сколько он здесь небольшой. Это временная история. Па-па-ра-па. Временная. Ну что у нас? Минута 13. Сейчас я вас поставлю. Чтобы не упали. Еще два рабочих и переходим к другому упражнению. Так, это упражнение я сделал. До этого я делал вот этим широким. Господи, сейчас секунду, что у меня крутились. Широким хватом в груди. О, господи. Так, следующее упражнение. О, вот с лапочкой будет. Так вот делаем. Берем разминочный. По 12, а потом 20 возьмем. Так, погнали. Так. Включен.
Хорошо, когда я не голоден. Прям прекрасно. Еще два и следующее упражнение будет вот здесь. Ну я напишу ей, вот да. Эту историю. Что нужно повесить, повешать, накинуть, как хотите говорить. Так, вот сюда, сейчас, секунду. Четыре по 15. И следующее будем делать. Ну что, следующее упражнение у нас вот такое. Видите, да? Будем делать. Сейчас покажу. Сейчас покажу, как делается.
еще три рабочих. Вот. Сейчас. Сейчас вам это же упражнение покажу только с той стороны. Еще два. В общем, что-то тренировка была какая-то жесткая. Мне некогда было ее снимать. Я только закончил. Здрасте. В общем, сейчас переодеваюсь и поеду. Тренировка идет. В общем, друзья мои, очень тяжелая была тренировка. Если вам вдруг нужна полная тренировка, да, то давайте вы мне напишите, и я буду делать, буду снимать вам полные тренировки. Вот у меня мысли что-то, блядь, разлетаются. Я прям, блядь, иду и жрать хочу. На улице офигенно, просто офигенно. Вот у нас все гуляют без масок. Слышали, да, Конституцию? 77% или 72% за поправки. Ну что ж, ничего нового. Кстати, вы знаете, что, подождите, нет, плитку приехал. А я понял, что я никогда не был в этом торговом центре. Это торговый центр или бизнес-центр? Вот. Хорошая фирма. Кухонная вот эта. Вот это что-то вообще есть. Давайте посмотрим, что у нас тут. Что у нас здесь есть? Я хожу в этот клуб уже третий год и реально никогда вообще ни разу сюда не поднимался. А тут мебель продается. Нормально вообще? Не знал этого. Вот тут такая мебель есть. Четыре комплекса. Монарх-центр. Короче, здесь какая-то херня. Что по ценам? Кто это покупает? Такую херню. Очень, короче, все. Я на ее карту. Паркинг и домой. Жрать. Можно пустить в магазин. Это херня.
хорошая тренировка с ней была спины. И я так увлекся ею, что мне было некогда даже что-то снимать. Забывал включать камеру, представляете? Где он? Куда он мне дал? Куда я положил? Вы же видели? Вот он. Смотрите, кстати. Все, блядь, 300 рублей выпишу. Блядь, 300 рублей. Это я был больше 3 часов. Чпануться, попрыгнуться. Ну. Здесь тысячу принимаем, блядь. Это меня всегда бесит, когда вот, блядь, что ты купил, блядь? Сдачу. Выбираем. Так, ну сколько я был? 3 часа 26 минут. Что я, блядь, делал там, блядь? 3 часа 26 минут. Билет, давай. А. Блин, ну даю. Часа 26 минут, блядь, я был в зале. Хотя нам положено по записи, я вот записывался на 11, можно было заниматься 2 часа. Я занимался на 1.5 часа больше. Ну вот, за это и выхватил. Говорю же, тренировка была очень крутая сегодня, очень.